Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет, страница 73, упражнение номер 26. Из двух одинаковых квадратов составили прямоугольник со сторонами 3 см и 1 см 5 мм. Сделав задачи чертеж, вырази длину сторон прямоугольника в миллиметрах и вычисли периметр этого прямоугольника и каждого квадрата. Вот мы составили из двух одинаковых квадратов прямоугольник, одна сторона которого 1 см 5 мм, другая сторона 3 см. Выразим длину сторон прямоугольника в миллиметрах. 3 см равно 30 мм. 1 см 5 мм равно 15 мм. Вычислим периметр этого прямоугольника и каждого квадрата. Итак, вычитаем периметр прямоугольника. 30 плюс 15, таких сторон у нас 2. И умножаем их на 2. 30 плюс 10 – 40, плюс 5 – 45. 45 умножаем на 2. 40 на 2 – это получается 80. И 5 на 2 – 10. 80 плюс 10 – получается 90 мм периметр прямоугольника. Теперь давайте узнаем периметр каждого квадрата. Так как у нас квадраты одинаковые, то их периметр тоже будет одинаковым. Вычтем периметр одного квадрата. Длина каждой стороны квадрата равна 15 мм. Их 4. Для того, чтобы узнать периметр, нужно 15 умножить на 4. 10 на 4 – это 40, и 5 на 4 – 20. 40 плюс 20 – получается 60 мм периметр каждого квадрата. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.